Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Видео будет очень-очень коротким. Продвижение процесса. Только что я примерила верхнюю часть топа на себя. И скажу честно, мне нравится то, что у меня получилось. Вот такая обвязка одной стороны верхней части топа. Вы вчера мне так и не написали по поводу этой каймы. И чтобы понять, нужен вам мастер-класс именно по вот этой обвязке этой каймы с моими изменениями или нет, я сегодня вот решила вот такое буквально очень коротенькое видео на 2 минуты снять и дождаться ваших комментариев, чтобы я не тратила время впустую. Сегодня мы собираемся прогуляться в лесу и заодно совместить нашу прогулку в магазин «Иголочка». У нас магазин «Иголочка» на Первомайской. От нашего дома достаточно далеко, но это если пешком. И вот мы решили прогуляться и дойти к этому магазину, чтобы я докупила ниточки Денди. Поскольку я планирую не только этот топ, но и тунику с квадратными мотивами. Я имею в виду вот с этими квадратными мотивами. И мне, конечно же, одного моточка никак не хватит. Думаю, что, возможно, я что-то сниму по дороге интересное для вас. Возможно, что-то в магазине «Иголочка», что меня заинтересует, тоже сниму небольшой репортаж. Ну, а вообще цель вот этого короткого видео – это дождаться ваши комментарии, чтобы я поняла, делать этот мастер-класс именно по обвязке вот этого топа. Кто-то со мной будет вязать это и или нет. Насколько это видео полезно или не полезно. В общем, все, мои хорошие, жду ваши комментарии. И судьба обвязки вот этой верхней части топа зависит только от ваших комментариев. Всех люблю и до скорой встречи. Пока-пока.